База союзников атакована. Штаб союзников атакован. База союзников атакована. База союзников атакована. Дружественная база атакована. База наших союзников осаждена. База наших товарищей под огнем. Противник осадил базу наших товарищей. Противник ведет огонь по базе наших союзников. Штаб наших союзников под огнем. Штаб наших союзников серьезно атакован. Янки атакуют базу наших союзников. Янки атакуют базу союзников. Наши союзники оказались слабы, их штаб уничтожен. Наши союзники слабы, их штаб уничтожен. Наши храбрые товарищи потеряли свой штаб. Наши товарищи лишились штаба. Наши силы готовы для блицкрига. Доступны связки гранат. Передовая база готова. Доступны гранаты. Медицинское снаряжение прибыло. От лица нашей благодарной Родины в знак славных заслуг за пролитую кровь и доблесть вы получаете железный крест. Бойцы подразделения стали ветеранами. Инструмент для перерезания проволоки готов. Развернут передовой штаб. Гранаты доставлены. Аптечки готовы. Теперь мы можем заказывать гранатометы. Наши люди продвинули линию фронта. Наши солдаты захватили часть территории противника. Наши солдаты захватили сектор. Мы заполучили сектор. Мы захватили часть территории. Мы продвинули линию фронта. Мы ликвидировали штаб Янки. Штаб противника уничтожен. Штаб противника разрушен. Штаб противника выведен из строя. Наши славные солдаты уничтожили штаб противника. Мы ликвидировали штаб противника. Их штаб превратился в пыль. Наши войска разрушили штаб Янки. Ковбои лишились своего штаба. Внимание! Враг продвигается. Они на нашей территории. Янки были замечены внутри наших границ. Наши линии были прорваны. Янки ступили на нашу территорию. Янки выдвинулись на наши позиции. Янки были замечены на нашей территории. Янки прорвались к нашим позициям. У противника осталось всего 25 очков. Мы их просто сомнем. У противника осталось 50 очков. У противника 100 очков. У нашего противника 200 очков. У противника 300 очков. Наша фронтовая моточасть атакована. Эти трусы атакуют нашу передовую базу. Передовой штаб под огнем. Передовой штаб под обстрелом. Наш передовой штаб атакован. Противник нацелился на наш передовой штаб. Янки атакуют наш передовой штаб. Мы потеряли передовую базу. Передовой штаб уничтожен. Наши передовые позиции были уничтожены. В результате действий противника мы потеряли нашу передовую базу. Они защищали Родину до конца. Отряд героически погиб. Мы потеряли отряд. Лейтенант погиб. Один из наших снайперов убит в бою. В схватке с противником мы потеряли зенитную батарею. Мотоцикл уничтожен. Ударный отряд уничтожен. Отряд инженеров уничтожен. Подразделение уничтожено. Мы потеряли подразделение. Вездеход уничтожен. Минометный расчет потерян. На поле боя мы потеряли офицера. Мы потеряли танк. Мы потеряли пуму. Мы потеряли снайпера. Самоходное орудие уничтожено. Тигр уничтожен. Мы потеряли тигр. Танк уничтожен. Отряд ополченцев уничтожен. Отряд вермахта погиб в бою. У нас осталось всего 25 очков. Мы должны изменить ход битвы немедленно. У нас осталось всего 50 очков в резерве, и их количество уменьшается. Осталось всего 100 очков, и их количество уменьшается. У нас осталось 300 очков. У нас осталось 300 очков. Мы потеряли 50 очков. Я начинаю беспокоиться. Будет сделано. Выполняю. Приказ понял. Так точно. Наша база атакована. База под огнем. Противник атакует нашу базу. Наша база под обстрелом. Они прорвались к нашей базе, она под обстрелом. Они внутри периметра базы. Мы атакованы. Мы теряем территорию. Внимание! Враг выдвигается. Янки захватывают сектор. Противник захватывает нашу территорию. Мы теряем сектор. Мы теряем территорию. Янки захватывают нашу территорию. Янки отхватили кусок нашей территории. Мы потеряли территорию. Эти собаки захватили нашу территорию. Эти собаки захватили нашу территорию. Линия фронта сместилась вглубь наших позиций. Мы потеряли контроль над сектором. Янки захватили нашу точку снабжения.
Линия фронта сдвинулась. Мы потеряли территорию. Территория потеряна. Наши линии сжимаются. Продвижение противника успешно. Мы потеряли территорию. Линия фронта сместилась. Мы потеряли сектор. Мы потеряли сектор. Мы потеряли часть территории. Мы потеряли контроль над территорией. Янки захватили часть нашей территории. Заградительные батареи открыли огонь. Была издана штурмовая директива. Начинаем, Блицкриг. Защитные директивы вступили в силу. Чрезвычайные защитные меры готовы к утверждению. Мы готовы к укреплению периметра по команде. Атакующие резервы развернуты. Пропагандистская кампания запущена. Вся мощь Третьего Рейха на вашем пороге! Вся мощь Третьего Рейха на вашем пороге! Бегите, пока можете! Бегите, пока можете! Нас невозможно победить! У вас нет никаких шансов! Нас невозможно победить! У вас нет никаких шансов! Мы безжалостно истребим вас, если вы сейчас же не сложите оружие! Мы безжалостно истребим вас, если вы сейчас же не сложите оружие! Ваши лидеры просто безумны! Вы действительно хотите сдохнуть за них? Сдавайтесь, пока можете! Мы покажем вам лучший путь! Лучшую жизнь! Ваши лидеры просто безумны! Вы действительно хотите сдохнуть за них? Сдавайтесь, пока можете! Мы покажем вам лучший путь! Лучшую жизнь! Ракетные батареи получили цель. Инициация процесса запуска. Нанесен зажигательный удар. Скоро весь сектор будет в огне. Мы получили значительное количество ресурсов. Элитный танк к бою готов. Городская штурмовая команда ваша в распоряжении. Ракета Фау-1 ждет указания цели. Призываю всех солдат нашей Родины! Поражение не выход! Все ради победы! Каждый должен драться за победу! Если ваш товарищ падет, отомстите за него со всей яростью! Пусть падшие товарищи укрепят вашу решимость! Ни шагу назад! Настал решающий момент нашей борьбы! Падшие братья по оружию должны быть отомщены кровью врагов! Наша борьба нуждается в каждой капле вашей силы! Эти трусы не устоят против нашего праведного гнева! Враг боится каждого вашего шага! Настал час нашей славной победы! Отдайте все на борьбу с врагом! Не жалейте ничего! Сегодня победа за нами! Мы сокрушим врага нашей решимостью и мощью! Вы лучшая армия в мире! Вы самая великая армия, которую когда-либо видел свет! Ваша Родина требует этого! Ваши товарищи этого жаждут! Продолжите борьбу за своих павших братьев! Каждый павший товарищ укрепит нас в стремлении к победе! Наш огонь опалит этих ничтожных янки! Янки должны быть отброшены обратно за море! Артиллерия в вашем распоряжении. Ракеты Фау-1 готовы покарать врага. Оборонительная артиллерия в вашем распоряжении. Теперь у нас есть оборонительная артиллерия. Инженерам доступны тяжелые зенитки. Теперь мы можем строить тяжелые зенитные орудия. Теперь мы можем размещать тяжелые зенитные батареи. Тяжелые штурмовики готовы выдвинуться по вашему приказанию. Мы смотрим на поле боя глазами орла. И пусть орел Рейха окинет своим взором поле брани. Видимость улучшилась. Силы готовы для атаки. Теперь у нас появилась возможность для атаки. Наши силы готовы для проведения Блицкрига. Мы готовы для Блицкрига. Рейх, кампания начата. Рейх, пропагандистская кампания готова к запуску. Министерство пропаганды запрашивает разрешение на всеобщее наступление. В наш резерв поступил штурмовой отряд. Атакующие резервы готовы к развертыванию. Атакующие подразделения готовы к развертыванию. Защитная пропаганда готова к выпуску. Наша защитная пропагандистская кампания готова к запуску. Пропагандистская война началась. Агрессивная пропагандистская кампания готова к утверждению. Теперь мы можем развязать нашу пропагандистскую войну. Тяжелая ракетная артиллерия запрашивает координаты цели. Наши тяжелые ракетные батареи запрашивают данные о цели.
Теперь мы можем обрушить огненный Армагеддон на наших врагов. Доступны ресурсы для Блицкрика. Теперь мы можем использовать ресурсы для Блицкрика. Элитный тяжелый танк поступил в резерв. В нашем резерве есть элитный Тигр. Штурмовой отряд ожидает в резерве. Им необходимо место для развертывания. Городская штурмовая команда поступила в резерв. Городская штурмовая команда готова к действию. Верховное командование предоставило ракету Фау-1. Нам необходимо выбрать цель. Ракета Фау-1 готова к наведению на цель. Наши люди готовы сражаться с невероятным рвением. Прибыло подкрепление. Танковое подкрепление прибыло. Для участия в битве прибыл отряд ПУМ. Прибыли тяжелые бронированные подкрепления. Резервы ожидают. Подкрепление здесь. Подкрепление прибыло. Мы запросили подкрепление. Они атакуют территорию нашей Родины. Охраняемый сектор под огнем. Сектор под обстрелом. Янки атакуют один из наших секторов. Один из наших секторов отрезан. Передние линии снабжения отрезаны. Наши передовые линии снабжения прорваны. Наши линии снабжения прорваны. Территория осталась без снабжения. Линии снабжения отрезаны. Сектор остался без снабжения. Мы вернули себе превосходство на поле боя. Перевес на стороне противника. Удача повернулась к нам спиной. Мы стремительно теряем очки. Мне не нужно напоминать о невозможности поражения. Высшее командование выражает беспокойство за нашу победу. Мы упустили момент. Эти трусы используют снайперов. Противник использует поддержку с воздуха. Янки атакуют нас боевыми самолетами. Янки пользуются своим преимуществом в воздухе. Самолеты Янки бомбят нас. На поле боя замечены снайперы американцев.